В Северном парке состоялось торжественное открытие детских дворовых площадок. В течение лета ребята будут участвовать в различных соревнованиях, как творческих, так и спортивных. Блок физической культуры, своеобразная спартакиада на площадках, объединен общим названием «Малые Олимпийские игры». В рамках спартакиады команды сыграют волейбол, стритбол, футбол, шашки, шахматы, дартс и настольный теннис. Все по-настоящему. Флаг Олимпийских игр и Олимпийский огонь под общее приветствие на площадку в Северном парке внесла знаменная группа. Это действие символизировало открытие малых Олимпийских игр, участниками которых станут ребята, записавшиеся на одну из 12 летних дворовых площадок. Торжественно открыл Олимпиаду глава Славянского городского поселения Александр Берсенев. Хочу дать старт нашим Олимпийским играм сегодня, да. Хочу, чтобы вы принимали активное участие в этих мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, да. Дай Бог вам удачи. Я так думаю, что сильнейший победит. Открытие малых Олимпийских игр – это первая общая встреча команд, потому сразу после открытия ребятам была дана возможность представиться. Название команды – речевка и девиз, традиционный набор визитной карточки мероприятия. В этом году в состязании вступают команды как с традиционными названиями «Апельсин», «Алые паруса», так и новинками, например, «Герои Марвел». По-особенному приветствовали старших друзей и помощников ребят, вожатых. Им повязали косынки как символ сплоченности и особой ответственности перед воспитанниками. Быть вожатым в Славянске становится престижно. Сегодня это один из самых востребованных видов летней трудовой занятости молодежи. Самое интересное то, что у нас дети очень хотят работать. У нас 12 мест ежемесячно, но уже более 100 заявлений у нас дети написали. Поэтому у нас нововведение, мы проводим конкурс для вожатых. То есть не просто так. Человек пришел, он стал вожатым. Для этого он проходит определенные испытания. В небо взмыли десятки разноцветных шаров, ознаменовав открытие летнего сезона. И без того хорошее настроение улучшили юные танцоры из брейк-данс-клуба Street Style Crew. Мария Климова, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».